Так, должен сказать, мне много раз приходилось уходить бесшумно. Через черные ходы баров, через окна спален. Подробности ни к чему. Так, а что тут есть-то? Нейтральная полоса. Доберись до нейтральной полосы, незамеченным в голове падение с небес. Боевые уставы, запись кодекса. Их 5 штук. Боевых уставов. Уйдя от немцев, я пустил в ход свои навыки и продвигался на запад к британскому фронту. Да, поищем. Тихо, как уличный кот. Тут нету боевых уставов, чуваки. Нету, блядь. Еще. Хуя нету устава. Да. Между мной и британским фронтом были немецкие окопы, немецкие орудия. И еще половина Берлина, не меньше. Блять, чуваки приехали. Бля, перископа жалко нету, сука. Мне повезло. Британцы, наверное, сидели и пили чай вместо того, чтобы обстреливать немцев. Но мне все еще надо было успеть на нашу сторону, пока орудия не заговорили снова. Не знаю, нету никаких боевых уставов тут. Ля, слышь, как, ебай.
чё? Я хочу по стелсу их убить. Штурмовать можно и не обязательно. Хотя похуй. Тут нету боевых уставов, что ли? Что ты меня потерял из виду, что ли, блядь? Нашел. Так. Бля, ну нету боевых уставов, тут нихуя такого нету. Видишь. Для ачивки чё, нет боевых уставов найти. Достижение. Будем искать боевые уставы, товарищи. Короче, вот эти красные ящики это есть боевые уставы. Тут нихуя нет. Вот этот сарай глянем и дальше пойдем. Блять, тут второй этаж есть, я забыл нас. Сарай. Вроде можно залезть. Да была лестница, помню. Да нихуя нет. Не, нельзя залезть. А, не, подожди. Не можно. Блять, а чё, подожди. Блять, тут темно, пиздец, не видно нихуя, ебать. Ёбаная тьма скромешная. Да, короче, ничего нет, ладно, похуй, пойдем дальше. Так, это один, блять, еще 4 устава, но я не знаю, где их искать. В принципе, локация большая. Что это? Блять, и фонаря нету, да? Сука. Пиздец. Печально. Где он? Бля, я не вижу его. Мы вот должны пошли.
Нету, ничего нету, ебать. Еще один. Я хочу постелс хочу. Братишка. Получилось лицом к лицу. Я сяни, блядь. А глаза стоят, блядь. Вот этого ёбнуть бы желательно. Боевых уставов нету, ебать. Нахуй нужен веер, ебать. Так, ну что, вроде всех я тут убил. Да получше было. Блять, а вот тут что лежит-то, я не пойму. Бах как... А, там автомат, точно. Давай поищем боевые уставы. Здесь по-любому должно что-то быть. Патроны хорошо. Но и нету. Ладно, сейчас подождите секунду. Так, я вернулся, все, не отходил, сорян. Так, что это за место, блядь? Не куда-то в ту сторону, ну сейчас посмотрю, что. По большому счету ничего нету. Нихуя нету. Да, ничего нету, ни устава, ничего, блядь. В окопах было полно солдат Кайзера. Но они должны были ожидать неприятностей с другой стороны. Должны были. Это режим стелс, нахуй.
Да, что у них еще тут есть? Похватили, что ли, блядь? Ну ладно, чё. Сзади, блядь. Что такое? Нет, не надо мне, бля. Охуня. Блять, ну тут нихуя нету, ни боевых уставов. Ладно, давай туда уходим. Бля, патрон мало, правда, осталось. Дюжина немецких пулеметов позади побуждала меня не высовываться. Нейтральная территория была нагромождением колючей проволоки, трупов и обломков. Но я твердо держал курс. Что-нибудь полезное уцелело при крушении? Хуй его знает, посмотри ее. Уилсон, мы на нейтральной территории, надо уходить. Срочно. Я не могу подняться. Черт. Эй. Прости. Ты обещал, что вернешь меня невредимым. Потише. А как же медаль? Как же стать героями? Я не герой. Но ты мне слово дал! Слово, черт возьми! Так что ты или хороший парень, который мне поможет, либо ты лживая, бесполезная скотина, которая добьет меня, глядя в глаза! Черт!
Что? Что будешь делать? Карты на стол, Блэкберн. Ты ведь не Джордж Рэхэм, так? Не сын, черт возьми, графа Виндзорского. Думаешь, я совсем простак? Ладно, давай отсюда убираться. Парень терял много крови. Времени на то, чтобы донести его... Бля, ну не знаю, донесем его или нет, блядь. Постфорно. Немцы известны тем, что не любят сда... Немцы! Свет. Пулеметчики натасканы. Палят во все подряд. Блять, у нас светит. Уже скоро. Мы дошли! Почти, братур, почти. Уилсон сказал, что я бесполезный, лживый сукин сын. Я дотащил его к своим, потому что думаю, что он, пожалуй, прав. И это меня просто невообразимо бесит. Его тащил через всю нейтральную полосу? Да он же герой, черт возьми! Никакой он не герой. Он обманщик, вор и лжец. И он ответит за свои преступления. Именно так, Блэкберн.